Всем привет, друзья! Сегодня будет самый смешной выпуск на моем канале. Вы когда-нибудь играли в игру «Я»? Я. 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 Я люблю жмякать. Я писька. Если нет, то ловите правила. Каждый из участников по кругу произносит слово «Я». Первый, кто засмеется, получает дополнительное слово, которое он произносит после слова «Я». Если участник набрал 5 слов и засмеялся, он окончательно проигрывает. Игра продолжается до тех пор, пока в финале не окажется 2 участника. Представь. Я. 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 Над чем последний раз смеялись? Какие-то рилсы. Над титьками. Над детьми своими. Над давой. Над собой. Кто, на твой взгляд, сегодня самый сложный соперник? Шастун. Естественно, дава. Никто. Я сам. Сам себе соперник. Дальше. На что готов ради победы? На шастуна. Все, что угодно. На все. Не знаю. Ты готов победить? Я уже победил. Ну что, ребят, как настроение? Ах ты. Не пошло все. Заканчиваем. Все, это не специально. Сейчас надо проржаться, как будто сейчас. Это будет тяжело. Нет, он начнет ржать, а потом уже может. Ну, кстати, да. У нас сегодня есть приз. Ни хера. Кубок главного терпилы. Звучит отстой. Звучит отстой, но хочется выиграть. Хочется выиграть, конечно же. В общем, друзья, ну что, если вы готовы начинать? Да. Мы да круг начинается с меня, и мы идем в какую сторону? Ну, по часовой. Давай. Что-то уже пись. Да так нельзя играть! Сколько прошло? Я даже я не сказал. Такой видос не хотели, просто... Просто я... Егор, 6 слов. Никто ничего не сказал. Урла. Ну все, накидывайте слово. Любой человек, кто придумал, может накидывать. Уже? Да, уже. Или, ну, прости, может, первый. Не-не-не, без прощения. Хотя я услышать разок. Не, ну слов будет много, поэтому нужно создать сначала какую-то основу. Это пилот, ребят, мы вместе с вами. Жесткие слова говорим или... Подождите, человек важный вопрос задает. Смотри. А мы жесткие слова говорим. Да-да, типа наш дачка, но. Вы готовы на все в целом? Я готов на все. Да, все. Ну все, давай, кто готов? Я готов тебе сказать слово. А, вот так? Вот так, окей, хорошо. Смотри, после того, как я засмеялся, у меня есть слово, начинаем с него круг. Да, начинаем с меня. Готовы? Да. Я. 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 Я люблю. Я. 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 Я люблю. Я. 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 Я люблю. Усложнение. Если на этапе игры участники в течение 3 раундов не смеются, то звучит сигнал, который означает, что нужно вытянуть усложнение. Вытянув карточку усложнения, участник произносит свой набор слов уже заданием, указанным на карточке. Во-первых, отсадите сумасшедшего. Я! А вы слышали, вот этот сидит про себя, ноет. Я люблю. Я люблю. Я любил я. 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 Зачем ты смотришь на него? Фокусируешься на нем? Урод мне смотрят. Не надо было фокусироваться. А я не понял твое усложнение. Если вы не поняли, я усложнение свое сделал, потому что произнеси фразу очень быстро. Я сказал «я». Мне было скосить глаза. Надо, чтобы ты накидывал, ты же основу создавал, или что ты делал? Ну ты же начал. Ты начал строить. Ты дальше не думал, да? Нет. Просто сказал «люблю». Да, просто Егору на ухо сказал «люблю». Люблю. Романтика. О, я знаю, что он скажет. Я скажу «по-любому». Что ты сказал? Хуй, да? Ну, сейчас услышим. Нет, договоримся до 3-го круга хуй не говорить. Ну, чё? Я. Я.
Я. Я. Я люблю жмякать. Сюр, я ему говорю. Я хотел. Я дал слово хуй. Ты чего не было? Ладно, ты говори. Я говорю. Все. Я люблю жмяк. Блин, что ты делаешь? Ты так делаешь, бля. Это будет шоу Егора Крида без Крида получается. Нахуй ты завел этот мотор, бля. Я ждал, когда кто-нибудь взорвется. Ну, завелся мотор. Звук, когда это сцепление не выжил. Все, дальше давай ты работай. Третий круг, можно уже хуй говорить. Можно говорить хуй. А, третий круг. Я первый вылечу. Я. 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 Я смеюсь. Я люблю. Ты первый, блин. Ты был первый. Я так делал, блин. Он делал так. Не, ну у меня было такое. Пацаны, там диван. Можете оттуда падать. А можно же над под. Над под. Конечно, все можно, конечно. Так, не слушаем, не слушаем. Слушай, ну мы прям... Блин. Ах ты, сука. Ах ты, сука. Ненавижу тебя. Сука. Я понимаю, к чему. Я люблю. А ты дальше. Жмякать титьку. Вы два маньяка, которые за жертвой идут и бой, блядь, сами себя, блядь. Зачем ты на него смотришь и сам разъем? Там сейчас как раз предложение соберется, давай ты что? Не, дай, да, да, я. Я не знаю, что у него там, я накину. Я так просто... у него второе слово было, которое он еще даже не сказал. Я знаю, я ему накину, не знаю, по вообще. Я люблю жмякать титьку. Я. Я? Я. Я смеюсь над пылесос. Друзья, минутка информации. Pocket Option – одна из самых лучших трейдинговых платформ в мире, и я вам хочу про нее чуть-чуть рассказать. Я в трейдинге особо не разбираюсь и всегда хотелось понять, как это работает. По итогу самым выигрышным вариантом стала социальная торговля на Pocket Option. Вы можете выбрать одного или несколько трейдеров, посмотреть то, как они все это делают, следить за их прогрессом и повторять их успех. Все просто. Получается, мы просто повторяем сделки за самыми успешными трейдерами на сайте. Звучит легко и прибыльно. На самом деле все не так сложно, как может показаться. На сайте можно отследить движение графика, открыть сделку в сторону роста или падения и фиксировать прибыль. Переходите по ссылке, указывайте мой промокод, который вы видите на экране, и получайте 60% к первому пополнению. Я. 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 Я смеюсь над пылесос. У тебя там не над, а как, блядь? Как? Там было как? Я смеюсь над хуйцос. Тогда бы все сложилось, блядь. Я слово забыл. Готов? Да. Я люблю жмякать титьку. Я. 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 А я смеюсь, как хуесос молча. Я люблю жмякать титьку. Я. 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 А я смеюсь, как хуесос молча. Я люблю жмякать титьку. Я. Нахуй ты ноешь, блядь! Ну нахуй, он ноет, блядь! Я смеюсь, как хуесос молча. Прекрати оценивать, нельзя так. Почему ты после каждой фразы хп теряешь? Я. Я.
я. Я смеюсь, как Иисус молча. Я люблю жмякать титьку. Я писька. Я. Сука! Как долго ты держался! Какая глупость! Чисто на морально-волевых. Блин, ну вы не жесткие ребята, реально. Вы прям так лайтово. А, окей. Неизвестное слово говорит. А маты можно или нет? Да, да, можно. Маты? Угу. Тебя Иисус не смущал все это время? Точно. Я писька. Я. Я. Я смеюсь, как Иисус молча. Я люблю жмякать титьку. Пизжу. Я писька. Я. Я. Я еле сдержался, нахуй. У меня последнее слово. Да. Люблю, знаешь, птичку, вижу. Последнее. А, я сейчас вылечу. Я писька. Я. Я. Я смеюсь, как сос молча. Я люблю жмякать титьку. Пищу письку. Я писька. Это комбо, нах! Это игра три в ряд, так нельзя! А у тебя что-то... Фу-фу-фу-фу! Я. Я. Я смеюсь, как сос молча. Я люблю жмякать титьку, пизжу письку. Я писька, писька. Сам! Ты первый был! Первый был! Ты молчи дальше! Я что угодно ожидал, только не повторение письки! Пиздец, как неожиданно! А у тебя первая? Первая. О, давай. 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 Я. Я смеюсь. Я смеюсь. Ну это пиздец. Что сделал вообще? Ты зачем упал? Я смеюсь. Ты разъебал. Он как будто усложнение взял. Хорошо. Я люблю жмякать письку. Пищу. Письку. Я писька, писька. Я тоже. Я. Я смеюсь, как хуесос, молча и дрюкаю. Я люблю жмякать письку, пищу, письку. Я писька, писька. Я тоже. Я. Я смеюсь, как хуесос, молча и дрюкаю. Что же, разбираем. Настроились, да? Я тоже, это, конечно, было тяжело. В любой ситуации смотри ВК-видео. В ситуации «Скоро лето», в ситуации «Без интернета» и даже в ситуации «Ночной незасыпации». Скачивай приложение ВК-видео и смотри на любом устройстве. ВК-видео. Все и для каждого. Я писька, писька. Я тоже. Ты поешь? Как это тупо, блядь. Придите фразу, напеваем. Я тоже. А я же понял, выбрал Симона. Я тоже. Я вылетел, сука. Он просто, да, выбивает людей. На всех смотрит вот так. Я приду сильнее, ребят. Спасибо за игру. Я желаю тебе удачи. Ты ко мне скоро придешь. Давай!
держись! Я в тебя верю! Давай, брат. Я писька, писька, писька. Я тоже. Я. Я смеюсь, как хуесос. Что тебе попало? Что это? А что там было? Произнеси фразу, подойдя вплотную к оппоненту. Как будто с самого начала это у него выпало, нет? Ты с самого начала же это используешь. Нет. Сука, это невозможно, нахуй. Ты напрягся. Сколько можно раз сказать слово писька? Нет, у меня три письки. Три писька. Это, кстати, а официальное заявление. Начинаем с меня, да? Я тоже. Я? Я смеюсь, как сос молча и дрюкаю. Я писька, писька, писька вовсе. Я тоже. Я. А я смеюсь, как сос молча. А я добавилась откуда-то. Шас, ну на такой хуйне. Это было похоже на официальное заявление. Ой, Серёда. А я смеюсь, как Иисус, молча. К другим новостям. Идем к другим новостям. Да. У тебя последнее слово, Шас? Да. Держись! Вы с Давой сейчас в пролете можете быть. Как посидел, у тебя было ноль. Да пиздец, ну посмотри, ну как. Два раза. И этот ноет, продолжает. Я тоже. Я. Я смеюсь, как хуесос молча. И дрюкаю. Я писька, 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 вовсе не шастун. Я тоже. Я. Я смеюсь, как хуесос молча. И дрюкаю. Я писька, 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 вовсе не шастун. Я тоже. А, блядь. Фу. Блядь, почему так тяжело-то? Я тоже. Я. Я смеюсь, как хуесос. Ну это нечестно. Это просто нечестно. Ну почему я? Ты победишь. Просто всегда пой эту фразу. Всегда пой ее. Егор, я иду к тебе. Дава, держись. Да я пытаюсь, но. Дава, мы за тебя. Мы, конечно, идем втроем, и один очень сильно раненый сзади. Пиздец, нахуй. Ковыляем, нахуй. Да-да-да, сейчас буду. Друзья, с организацией этой съемки у нас проблем совсем не возникло, но так бывает не всегда. Чтобы своевременно знать, где находится моя команда или мои друзья, я установил себе Blink. Blink — это новое суперкрутое приложение, в котором ты можешь собрать друзей и видеть их перемещение на карте. Это отличный способ понять, кто опаздывает на съемку, отличный способ удивить своего друга, просто к нему приехав, ну и отличный способ понять, где сейчас находится твоя вторая половинка. А еще можно отправлять друзьям прикольные стикеры со звуком и посмотреть историю передвижений при помощи функции «Следы». Отправляю прямо сейчас. Ну и к чему я все это, друзья? Скачивайте приложение Blink, изучайте все его фишки, пользуйтесь приложением с друзьями. Я оставлю ссылочку в описании под этим видео. Приятного досмотра. Продолжайте смеяться. Let's go! Я тоже. Я. Я смеюсь, как сос и дрюкаю. Я тоже. Я. А я смеюсь, как сос и дрюкаю. Я тоже. Я. А я смеюсь, как сос и дрюкаю. Я тоже. Дава, а где у тебя слово «молча»? Ой, блядь, забыл. Не забывай. Да там много слов, я заебался. Сколько много? Пять? Да, это я тоже. Я. Я смеюсь, как пысос молча. И трюк. Я тоже. Я. Я смеюсь, как пысос и дрюкаю. Я тоже. Я. Я. Смеюсь, как пысос. Я тоже. Блять, я старался. Дав, мы за тебя жестко. Давай, выноси. Дава, выноси их.
Я. Я смеюсь, как сос. И дрюкаю. Я тоже. Я. А я смеюсь, как сос. Молча. И дрюкаю. Я тоже. Я. Это пиздец, это невозможно. Какое у тебя было, Даф, усложнение? Мне психопатом надо было быть. Сложно, вот видишь, не, вообще не раскалывается. Блин, ну вообще, еще такая белая студия, как будто мы в палату заглянули. Реально. Я. Я смеюсь, как висос молча и дрюкаю. Я тоже. Я. Я смеюсь, как сос, молча. И... дрюкаю. Я стараюсь, нахуй. Да мне уже страшно, блядь. Да, в легенда. Я уже не могу, нахуй. Мои силы кончаются. Я тоже. Я. Алло. А я смеюсь, как хуесос молча и дрюкаю. Я знаю. А что ты звонишь? Что? Алло. Он просто сбросил. Я тоже. А я. Ему каждый раз надо будет звонить. Алло. Я смеюсь, как пысос молча и дрюкаю. Ну да, так и есть, я знаю. Я тоже. Что происходит? Алло. Я. Ты что, ебанулся? Я смеюсь, как пысос молча и дрюкаю. Я тоже. Я. Вы ебанулись. Да, в чем происходит? Я звоню и смеюсь, как пысос молча и дрюкаю. Фу, блядь. Кто это? Кому мы звоним? Это друг мой. Ты ебанулся? Вы ебанулись? Кто кто смеется? Что вы за хуйню говорите? Парни, я думал, то, что это будет в финале, но вы пиздец кремни. Короче. Прямо сейчас нельзя даже улыбаться. Давай, ну, давай. Начнется сейчас. Я тоже. Я. Я смеюсь, как пысос молча и дрюкаю. Я тоже. Конченый, блядь. Конченый, нахуй. Кто их позвал сюда вообще, нахуй? Вы видели его, нахуй, кого звали? Это камни, ёпта, блядь. Нет, Дав, ну это вот тебе. Тебе аплодисменты, реально. Сука. Пацаны, ну вы просто неубиваемые, я отвечаю. Просто неубиваемые. Ну что, ребят, финал. Нельзя даже улыбаться. Малейший уголочек твоего рта, усиков поднимается. Все. Играем до трех. Пусть победит слабейший. Заебись, смейтесь нахуй. Кто первый вытягивает, можете на суефа. Я отличник. Я пернул. Я катамаран. Я шершин. Я Копатыч. Я Бэтмен. Я Шпрот. Сука, он опять ноет. Я блоха. Я воняю. Я Крейзи Фрог. Я микроволновка.
Я обиделся. Я член. Я лысый. Я черт. Я чихуахуа. Я кабачок. Я писька. Я рыганина. Ребят, не берите карты больше, усложнение идет. Усложнение идет. А ты сейчас уже держишь улыбку. Нет. Нет? Я клещ. Ты клещ? Я клещ. Я проститутка. Смотри, что там за хуйня. Я чмо. Такое нахуй заявление. Я кабаниха. Я пасу сейчас, подожди. Нет. Блять, сука, кремний, но что за блядь? Я цистерна. Я жучара. Я чебупеля. Я брычка. 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 Блять. Я брычка. Да, ты старался. Я думаю, после стольких заявлений нам должны отдать кубок напополам. Нам должны отсосать после стольких заявлений. Ну сейчас же Дава придет. Зачем ты это сказал? И это сигнал! Я не знаю, что еще делать, ребят. Благодарю. Поздравляю. Я не понимаю, ребят, что делать, но у нас сегодня два победителя. Красавцы! Просто что творили, а? Что творили? Блин, ну мы терпилы. Да, мы терпилы! Терпила нам на базе. Ребята, большое спасибо, что смотрели этот выпуск. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте большой палец вверх и в комментариях напишите свою версию «Я». Как бы вы смогли рассмешить наших двух сегодняшних победителей? Ждите следующий выпуск, а чтобы он вышел, нужно набрать 150 тысяч лайков. Как думаете, они наберут? 100% легко. Ребят, спасибо! Спасибо! Yeah.